Сегодня в Слободе рядом с ЗАГСом открыли парк молодоженов. Новое общественное пространство города с разными фотозонами. А еще в центре города появился сухой фонтан. Подробности у Яны Раховской. Когда Гриша и Юля подавали заявление в ЗАГС, даже представить не могли, что на их свадьбу придет вся Слободзея и приедет сам президент. Сегодня у жениха суперважная и ответственная миссия. Он открывает новый парк молодоженов. Я смотрю на вас, и мне хочется только одно сказать. Горько? Давайте. Боже, какая милота. Звание самого романтичного города по праву достается Слободзее. Вы только посмотрите, какой милый парк построили. А территория хоть небольшая, но зато здесь десяток фотозон. Скорее смотреть. Я так понимаю, очередь сфотографироваться на прекрасной скамье. Ну, да. Как вас зовут? Муж, Нина, Нина. А мужа? Никанор. Они участвовали в озеленении. Прекрасно. Вы участвовали в озеленении. Да. Это вы навели эту всю красоту, высадили петунии, газон. Все. Туи, все-все, мы садили и газон делали. Стройка здесь началась еще весной. На месте, где раньше был пустырь, меньше чем за полгода вырос парк для влюбленных. Со скамейками, мраморными статуями и арт-объектами. Какая у нас еще одна шикарная пара. Я так понимаю, пара? Да. Можно вас сюда пригласить? Можно. Да, сколько лет вместе, рассказывать? 57 лет. 57 лет вместе? Да. Сделали уже фото? Нет, еще не было. А вместе? Вместе? Да. 57 нет. Да когда у вас 60 будет, тогда... Давайте я вас фотографирую. Согласны? Да, на мой вот старинный фотоаппарат. Раз, два, три. Где ваша вторая половинка? А, вон они снимаются. Куда ты убежала, да? Да, вон, Антонина Васильевна, я тебя люблю. Мраморные купидоны сегодня остались без работы. Любовь и так витает в каждом уголке парка. На открытие почти все пришли с семьями, с детьми и друзьями. Рядом с парком ЗАГС, это удобно, расписались и прямиком сюда на фотосессию делать свои первые снимки. Глядя на это все, знаете ли, как-то и замуж захотелось. Все такое амурное вокруг. Любовь, голубей не хватает. Любовь, она как голубь белый. На открытие парка президент Вадим Красносельский приехал вместе с супругой Светланой. В этом году у них годовщина. Вместе 30 лет. Сохранение любви – это ежедневная поддержка друг друга. И не скупитесь на радость. Радость друг для друга. Эгоизма быть не может никакого. Радость одного – это радость другого. Только так можно построить семью. Счастливую семью. Пока одни гуляли по новому парку, другие любовались фонтаном. Это еще один подарок городу на День Республики. Сегодня прохладно, но дети от любимой забавы не отказываются. Уже успели пробежаться по фонтану новому? Да. Ну и да. Как? Нормально. Интересно и красиво. Есть куда выйти людям, теперь отдохнуть. И с детьми и лавочки можно сидеть, отдыхать, дети играться. Погуляли и возвращаемся снова в парк. Кажется, все фото уже сделаны. Настало время для поздравлений. Процветание нашей республики, мирного неба над головой и всем гражданам здоровья и успехов. Любите близких, любите родных, любите окружающих, любите свою республику, свой край. Дарите добро, и мы будем счастливы. Все счастливы. Да. Раньше молодожены и слободеи за красивыми фотолокациями приезжали в Тирасполь. Сейчас, мне почему-то кажется, будет все наоборот. Так что Слободзея – город любви и романтики. Берегись. Яна Раховская, Михаил Нестеровский. ТСВ.